Здорово, дружище, давай начнем это все с пылу жара. Я даже не знаю, в принципе, с чего начать, когда 2 месяца, грубо говоря, нормально не снимал видосы для вас по битве замков. Когда, по сути, это 2 месяца где-то нормально так и не играл. Я вообще уже ни хера не шарю в БЗ, но вы мне до сих пор пишете, блин, князь, давай БЗ, давай БЗ, елки-палки, давай видосы. Короче, вы просили, я решил записать. Вот, потому я надеюсь, конечно, вы это все дело поддержите лайком, да, конечно, просьб у вас много, но вряд ли это видео сейчас даже там не то, чтобы 10, а 5 тысяч просмотров наберет. Но, тем не менее, да, как бы будем раскачиваться дальше. После этого видео, как ты его посмотришь, это приходи на стрим, сегодня буду играть в GTA-шечку, буду рад тебя там видеть, так что давай, блин, я на тебя надеюсь. А хотя, может быть, я не успею это видео публиковать перед стримом. Короче, вот такая вот дилемма. Ладно, не суть. У нас сегодня ответственный день. Потому что пора, елки-палки, это догонять. Догонять. Ну, не то чтобы, ладно, догонять. Короче, распаковать. У меня сила стоит-то уже сколько, я не знаю, скажите, сколько. Кто смотрел видосы? Скажите, ёпта, сколько у меня уже сила-то это стоит? На месте, вообще не шевелится, как будто мертвая. Типа все нахер, бля. Хотя, чё мертво-то умереть не может, сами понимаете. Не суть, короче. О, у меня тут какая-то халява, которую я не забрал. Разработчики мне начислили самоцветов, хотя я толком не играл. Лучше бы они мне, блядь, начислили. Я бы тогда с удовольствием как бы, бля, поигрывал. Знаешь, такой типа, бля, ребята, знаешь, я такой хуяк, там пару тысяч евро, бля, на свой PayPal получаю, подпись от IGG с любовью. И, знаете, у меня сразу на следующий день, а даже, может быть, в этот же день выходит видео о том, что битва замков оживает, ребята. Битва замков перестала быть помойкой. Люблю битву замков. Типа, ребята, у битвы замка второе дыхание. Я бы, ребята, назвал бы там видос так, что прям просто ни одна писька не выдержала. Так, мисс Магия, вам расскажу прикол. Да, у меня накопилось много героев недостающих, вы это, наверное, прекрасно знаете. Но помимо этого у меня накопилось много героев, которых я сегодня вообще еще не распечатывал. Потому в целом, у нас сегодня такое короткое ознакомительное видео. Посмотрим, каких у меня героев нету и какие герои есть. А вот какой у нас тут получается парадокс. Потому мы возьмем, как бы, и распечатаем что-нибудь. Раскочегарим. Ладно, как тут, что тут было? Потом, знаешь, буду еще выпускать видосы, раз вы просите. Ну, одно видео буду стараться в день выпускать. Короче, смотри. Вы там что-то... Мне, короче, нужна помощь. Там расскажите в комментариях, что тут вообще в игре-то, блядь, происходит. Так, смотри, по недостающим героям. У нас что получается? Ну, по сути, сегодня распакуем, а дальше будем уже в следующих видосах думать, как их прокачивает, ёпта. Ну, в принципе, смотри, они все не так уж и плохо, все есть. Да, ну а чё? Ну а чё? Так... Королева мумий, смотри, королева мумий у меня не распаковал, блин, мне надо записать, подожди, я даже это вырезать не буду. Королева мумий у меня, да, нету. Орфей, мать его, за ногу, Орфей, написал, блин, Орвей, призывательница, в рот ее шатал, призывательница. Дальше, леди Вудхаус, блин, наркоманские имена какие-то. Леди Вудхаус. Это сколько у меня уже? Тут четверых героев не хватает. Ёпта, Фрости. Фрости, потому что это надо записать, друзья. Потому что если не запишу, то все. Колос. У меня-то эти герои уже где-то есть. Но мне их надо распечатать. Дикарка. Иди сюда. А, галантный андроид. Вот по поводу галантного андроида. Блин, галантный андроид. Что вы курили-то, а? Галант, короче, пойму, галантный андроид мне пару раз вообще с бесплатки выпал, чтобы вы понимали, вот таким вот образом меня IGG пыталась приманить. Сколько у меня тут свободных мест, дамы и господа? Пока что одно, но я еще могу что-то расчехлить, да? Раз, два, три, четыре. Так, у меня раз, два, три, четыре, пять мест свободных, а не хватает у меня 8 героев.
8 героев, интересно, сколько из этих 8 героев у меня есть? А, как бы, блядь, я еще этих героев могу перепутать. Смотри, галантный андроид, иди сюда. Вы можете, опять же, в комментариях писать, сука, какой из них еще герой стоящий, какой нет. Орфей, иди сюда. Это вот сразу, которых я не перепутаю, да? Дальше. Что? Призывательница. Ну, подожди. Королева Муми, давай, тоже, иди сюда. Подожди. Так, Орфея распечатали, Королева Муми распечатали. И не помню больше кого. А, галантного андроида распечатал. Короче, окей, что у нас там еще? Фрости. Фрости, да, Фрости у нас не хватало. Пиздец, вот это такой просто, как бы вам сказать, интересный видос, ёпту. Информативный, самое главное. А, ну и давай Колоса. Колос. И все, у меня как бы там больше места нет. Вот смотрите, не играл, толком ни хера не ролил, но, тем не менее, герои у меня накопились. Потому мне сейчас надо призывательница, она у меня есть. Это кто? Дикарка. Вот, и дикарка. Фрости я открыл. А, слушай, по сути... По сути-то у меня тогда получается... Не хватает только... только Леди Вудхаус. Вы прикиньте, как мне она выпадала, а? Так, кого мне... Не знаю, Ронина, что ли, слить, ёпта? А, не-не, давай как... Какого-нибудь, блядь, добавили тут руны эти непонятные. Ай, давай вот это вот чмо сольем. Что ж тут поделать? Одного надо по-любому слить, потому мы будем сливать. Подожди. А где у меня все новенькие герои? А, это же эпики, они у меня все впереди. Вон оно что. Ну давай в Колоса сольем. Улучшить навык. Героя. Героя. А, ну, давай, все. Пока! Все, одного героя слили. Замечательно. И теперь мы открываем... Кого там? А, мне вообще два надо героя, да, слить? Если я не тупой. А, я тупой. Так, призывательница. Призывательница. Так, где мой, сука, список? Есть, иди сюда. Замечательно. Дальше. И тогда еще. Я думал, блин, только одного героя надо будет слить. Ну, ладно. Ладно, это все ерунда, блин, пацаны, мы там задроты, все у нас хорошо. Блин, вот так вот реально не играешь, у тебя, блин, накапливаются герои, да, а когда играешь, пытаешься их выбить, хер тебе, они выбиты герои. Я надеюсь, не основного слил, а, у меня нету основного душегуба. Так, ну и все, и теперь открываем кого? Кого мы открываем, ребята? Мы открываем теперь, ёпта, дикарку. Дикарку. У нас сейчас получается залупа. Залупа-то главное у нас заключается в том, что, ребятушки, залупа у нас заключается в том, что... сука, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Семь героев сегодня открыли! Семь, ёб твою дивизию героев! Семь героев! Вон. Сила, да, проблема, знаешь, в чем заключается? Смотри, у меня нету нихуя ресурсов. Ой, сейчас же материться-то, по идее, нельзя. Так, ладно, у меня нет нихуя ресурсов. В этом проблема, дамы и господа. В этом проблема моя. Чем качать их буду, честно, не знаю. Ну, блядь, вы мне посоветуете. Ну, хотя вот 12 тысяч, но это тоже херня. 12 тысяч — это херня. У меня проблема, подожди, у меня больше проблемы, наверное, с книжками. С книжками. Ну, 1300 книжек — это все это. О, 2400 пакета опыта. Это я уже, наверное, как-нибудь, ребятушки, без вас открою. Вот, и... Так, отсюда мы что-то тут набираем. Ну, хотя ништяков-то тоже толком-то ни хера нету. Мне нужны книжки, а в акции я сейчас вообще боюсь заходить. Для меня там вообще темный лес, непонятно вообще, что там происходит, кто с кем дерется, кто с кем трахается. Так, окей, дальше, заходим сюда, есть, дальше. Ну, как бы, от того, что я эти ништяки по факту сейчас открываю, толку абсолютно ноль.
Толку абсолютно ноль. Но, тем не менее, я вот такой думал, типа, блин, ну, если записывать видос по БЗ, ну, тогда уже запишу, как я беру, а всех героев распаковываю. Так, давай дальше. Вот это у нас что? Окей. Какое говно, а? Какое говно. Так, и давай, не знаю, что ли, блядь, пару раз ударим, жмахнем по героям. Сами понимаете, наркомания дело такое. Мне нужна Леди Вудхаус. Леди Вудхаус. А тут обновление, это Орфей выпал. Давай еще. Еще один эпик. И как бы я все. Я буду сейчас. Я сказал еще один эпик. Еще один эпик, сука. Блять, ну они меня наколоть хотят. А мне эти самоцветы для созвездий нужны. Хотя, в принципе, мне-то, я не знаю, вряд ли я каким-то... Блядь, вы посмотрите. На ёпсики! Ладно, короче, на этом все. Вот, пишите, лайки ставьте, дизлайки, не знаю, продвигайте это видео. Жду вас сегодня на стриме, как только вы досмотрите этот видос. Надеюсь, его успею выложить перед стримом. Всех целую, всем пока.